Всем привет! Сегодня будем таксовать 10 часов по Подольску, по области, без лицензии. Время у нас сейчас 6:58. Сейчас будем выходить на линию. Так, время 7:00. Выходим на линию. Напоминаю, мы без брендинга, без лицензии. Ждем заказ. Посмотрим, как быстро мы уедем. Пожалуйста, не прошло и несколько секунд. Принимаем заказ. Все, едем. Так, поездка заняла 8 минут. Заказ 100 рублей для меня, цена для водителя 180. Завершаем. У нас сейчас все заказы будут прямиком на станцию, одни коротыши. Это нормально. Какая-то дура, блядь. Второй заказ. Не прошло и 2 минут. Принимаем заказик. Подача не эпическая. 6 минут. Ладно. Едем. Заказ, как я и говорил, также на станцию. 7 минут. Сейчас будут все такие заказы. Заказ 6 минут, 81 рубль, ну, цена для водителя 180. Поехали дальше. Не успели мы отъехать, как заказ. 5 минут подача, могу поспорить, что опять на станцию. Но не на станцию. Яндекс дал заказ следующий сразу же. Едем. Так, заказ был 20 минут. И 232 рубля. Собственно, все, время 8 утра. 4 заказа 522 рубля грязью, 432 рубля чистыми. Все, пока делаем первый перекур. Так, перекурили, выходим на линию. Район так себе. Посмотрим, через сколько даст заказ. Все, теперь у нас минималки по 110, были по 180. Ждем. Заказ недолго дал нам ждать. Средняя подача 4 минуты. Все, поехали. Опять заказ. Заказ на станцию. Поездка 5 минут, 110 рублей. Погнали далее. Заказ недолго заставил себя ждать. 5 минут подачи, едем.
Заказ 82 рубля, дали, как обычно, 100. Едем дальше. Заказ встречный, соседней улицы. Соседнего дома, точнее. Так, заказик у нас до центра. Ну, нормально. Так, заказ на 287 рублей, 10 минут в пути. Там еще было платное ожидание, 40 рублей. Продолжить. Так, заехал, время 9:05, заехал домой позавтракать. Сделал 7 заказов, грязью 968. Чистыми 803 рубля. Все, завтракаем и едем дальше. Так, время 9:52. Позавтракали немного. У нас загорелись даже какие-то коэффициенты. Ну, выходим на линию, ждем заказ. Заказ, я думаю, недолго нам придется ждать. И вот сами думаете, нужен ли брендинг. Вот, пожалуйста. Вам заказ. Поехали. Подача 2 минуты. И вот сами думаете, нужен ли брендинг. Даже лицензия не нужна. Все, поехали. Итак, время уже 10:07. Заказики начинают тухнуть. Все на работу уже собрались. И начинаются маленькие ожидания. Вот время 10:07. Заказ не поступает минуты 3. Но я думаю, это не критично. Можно просто подальше от станции отъехать, потому что на заказы в основном, в любом случае, ближе к станции, либо к центру. Так что ждем. А вот и заказик с Курской улицы. 10:08 время. Недолго мы ждали. Поехали. Заказ 3 минуты, 110 рублей. Ехали по факту 2. Такие вот заказики в Подольске. Заправились и прилетел сразу заказик. В принципе, ближняя подача. Едем. Наверное, педрил стоит на остановке, блядь. Ой, ёбак. Сука. Ёбаный дауны, блядь. Ёбаный дастер. Ебадастер, блядь. Оп, следующий заказик упал. Подача 6 минут. Но я думаю, меньше. Постояла я минуты 2. Едем. Улица Космонавтов. А, ну тут вообще это вон за углом. Яндекс такие строит.
маршруты. До свидания, хорошего дня. Девять минут, 129 рублей. 5. Семнадцать минут. Что это такое? Походу тариф доставка. Поехали. Вот это да. В натуре что ли доставка? Что-то синенький, блядь, был. Поехали. Хуй с ним. Подача 15 километров, 16 минут езды, село Пленово. Посмотрим, что там по деньгам выйдет, да? Давайте, давайте. Включимся попозже тогда. Так, итог. Заказик вышел на 725 рублей. Пассажиры дали 750. Приехали мы в дачи в Пердянск. Ах ты сука, почему-то 764, блядь. А, тариф для водителя 764, блядь. Яндекс еще доплачивает, значит. Вот так вот. Вот такая балалайка. Хуй знает отсюда теперь заказов, блядь. Ехали, блядь, полчаса. Стояли 10 минут. Ехал я на заказ 15 минут. Ну, считай, минут 40. 754 рубля. И пустой домой. Ну, хер его знает. Ладно, нормально, чё. Чё поделать. Едем, может, чё по дороге и стрельнет, хрен его знает. Так, ну чё, доехали мы до Подольска пустыми, время час. Заработок 1875 чистыми. Ни одного заказа вообще по пути не выстрелило. Оп. Есть заказик. Как офигенно по пути вообще прям. Всегда бы так. Минута подачи. Опа. На остановке, наверное. Сто пудов. Отлично, сейчас заберем. Курапапа, курапапа, курапапа.
Здравствуйте. Так, пожалуйста, 124 рубля. 6 минут. А, 10 минут. Перекурим пока. Итак, время у нас 1:30. Захотелось мне, наверное, пообедать. Возьмем перерывчик. Часик. Ух ты. Блять, автобус. Нахуй ебал. Так, возьму перерывчик. Поеду, заеду в Макдак, возьму булок, поеду домой, потому что дома жрать нечего. Вот такие пироги. Ждем следующего включения. По таксометру у меня чистыми 1978, грязью 2368.